В нашем городе состоялся финал краевых соревнований «Спорт против наркотиков». Побороться за победу в наш город приехали сильнейшие спортсмены из 12 муниципальных образований края. Команда-участница с выходом в финал краевых соревнований поздравила заместитель начальника управления образования Елена Щурова. Сегодня вам всем удачи и главное помните, спорт всегда против наркотиков. В финале соревнований встретились 16 команд, одержавших победу в зональном этапе игр. Каждая из них была настроена только на победу. Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Сначала в борьбу вступили ребята помладше. Им необходимо было продемонстрировать командную работу в прыжках на скакалке, затем на время пройти сложную эстафету и преодолеть полосу препятствий, которая оказалась не такой уж и простой. Непростые испытания еще больше сплотили ребят. Каждая команда выкладывалась на все 100%, чтобы победить в таких важных и интересных соревнованиях. Но несмотря на все старания, взойти на пьедестал почета удалось не всем. В младшей возрастной группе победу одержала команда из города Сочи. В старшей возрастной группе золото у спортсменов из Апшеронского района. Несмотря на прекрасное выступление двух наших команд, занять почетное 3-е место удалось только ребятам старшей группы. Всем призерам соревнований вручили почетные грамоты, медали и подарки. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».